Кто еще хочет смеяться? Сейчас все будете делать, но кто смеется первый? Ладно. Все, так, бежим. Значит, ваше действие на, значит, на вот эти вот движения мы теперь добавляем в руки. Давайте посмотрим. Берем опять палку. Палка ушла. Теперь берем на палку. Я просто ударил, а теперь я ухожу, но в руки. И это не важно, что будет. Вот там лучше не поможет. Я сейчас хочу объяснить, что система, она завязана абсолютно не на предмете тоже. Надо. Нет, нет, нет.
И? Момент, когда дело не падает в блок, уже движется нога. Смотрите, как она движется. Видите, я уже сюда двигаюсь. Поэтому резко бей. То есть вы все время должны быть в движении. Ключ уже снимать. Иначе у вас, если на месте так стоите, ничего дальше не могу сказать.
чем это говорит? Деньги вежливо надо просить. А Таджун не найдет себе пару так. В зависимости от ноги. Да, я знаю. Какая нога впереди, да? Да. Да? Идет нога не впереди, как раз сзади. Вот у меня голова здесь. Значит, я это на выходе. Значит, правую руку надо вместе с ним. Вот так, да? Вот так. Давай теперь тут отсохнем. Да. Ты ноги заходишь, а я сверху по ногам. Голова сюда,
Значит, эта нога должна быть вот эта нога вперед будет. Вот эта нога. Пять руку, да, на должны были первое место. Да, второе, что ли? Ну, дали второе или третье место, потому что охрана президента должна по умолчанию... Она выиграет, проиграть не может. Да, но хотя они проиграют. Мы их засадили. Поэтому, если в рукопашном бою должны быть такие, которые работали над тем, что... Вот это же не просто работа прошла. После этого Костя, как его... Благодаря тому, что Сваку выиграл Минобороны. А Хатхазиевич оказался начальником охраны президента. Почему? Потому что ребята хорошо выигрывали и показывали. И не только показывали, еще помнишь, это делали. Операция Набат.